Начали. И вот наша новая передача. Как всегда, мы встречаемся с нашими новыми родственниками. Вот наши выступления. Роми, Давидом и Татай Ревенко. Не, он тоже Давид. Ну ладно, Давидом тоже. И скажите, пожалуйста. Что вы больше всего любите? Я не поняла тебя. Что ты больше всего любишь делать? Например, Татай очень любит кидать всякие вещи. А я люблю очень кидать. Тоже? Татай, куда ты полез? Это наша передачка. Перестань! Тогда ты не будешь передачки. Татай, это еще ладно, а ты уже большая. Ну вот, что мы будем делать? Ура! Руми! Все, ты не в передачке. Уходи. Я в передачке. Простите, просто, про что это передача? Сейчас за глобус походить. Тогда я пойду. Так, ты сиди здесь, ничего не трогать. Я сейчас вернусь. Так. Что, всё, хватит? Передачки. Не. Мишель, у тебя уполз один этот. Приполз. Один гость. Ну хорошо, не поднимайся. Все. Сегодня, так, у нас передачка, посмотрим, кто хочет быть в новостях. Ну, спасибо, покрути немножко. Все, хватит. В Антарктике. Боже мой, Татай! Короче, у нас в Антарктике есть один домик. И в домике живут жители, и жители очень любят кидать вещи. Вот наши жители Антарктики, правда. Боже, Татай! Это хороший глобус. Роми, ну что же, хватит. Так, у нас жители в Антарктике, и все жители Антарктики очень любят кидать вещи из нашего, из нашей передачки прямо в камеру. Все, на этом мы заканчиваем второй выпуск нашей передачи. Всего вам доброго, до новых встреч!